чтобы не сомневались и не падали духом. Народная. Есть единственная в мире нация. Она как... В горле кость. Не может вылезти. Как ни старайся, не избавиться. Как ни старайся, не сломить ее. Она назойлива терпением и добротой нечеловеческой, и человеческой правдивостью, и справедливостью увесистой. У этой нации язык забористый, смекалка — повод для познания. Когда вокруг все обезглавлено, она живет, как будто надо так. Все время кто-то эту нацию пытался тюкать издевательски. Стыдить ее в ее же знамени и обесценивать историю. Героев брать и переделывать, своими кликать их названиями, из-под тишка в больное тыкая, смотря с высоток на склонившихся. Мешает многим эта нация своим присутствием и силою. Она на карте обозначена огромным ломтем неприкаянным. Ох, сколько лет шатали лодочку, в которой спал медведь немаленький, и били всем, чем можно было бить, ударив сразу быстро в сторону. Прошло немало лет презрения. Шатаясь, лодка берег шаркала. Пришвартовалась лодка к берегу, оставив крыс на своей палубе. Смекнула быстро эта нация и создала эффект крушения. А крысы, бегая по палубе, на сушу выйти не осмелились. Сходя с ума, они измотаны, не знали выхода из палубы. Уж лучше прыгать в воду замертво, чем выходить на сушу гиблую. Проснулась нехотя крамольная, решилась бить, уже не думая, давать без сдачи и без выводов по скользкой роже обезличенной. Да сколько можно быть терпилами, людей безжалостно уродовать и тихо, беспардонно втюхивать свои понты с пустой ценностью. Медведь пойдет и всех растерзает своими лапами когтистыми. И если надо, съест предателей, всех тех, кто продал землю чистую. У этой нации есть качество. Она никак не покупается. Ее продать тут даже некому. Сколько дели, не распадается. И если надо, образумится. Народным духом встанет грозная, с цепи сорвется и отправится, и в хороводе круг сомкнется их. Особенность есть у народности. Когда беда приходит в гости к ним, встречают тьму едино целыми, по-русски, с танцами и песнями. У русских родина под кожей. Она одна, как воздух в легкие. Когда беда стучится в гости к ним, они умрут за нее доблестно. Есть нация на этом светище, и нет других, и вряд ли сбудется
и с ней соперничать не смейте. Поймите и начните думать. А лучше тихо уважайте и слушайте ее золотые речи. Россия — это ваш ум и сердце. Пока живое будет биться, а перестанет биться сердце, не будет мир, живя, крутиться.